Всем привет! Сейчас я вам покажу, как играть в мультиплеер Xas 3D на компьютере. Для начала нам нужно скачать с GitHub сам Xas 3D, который модифицирован для игры по мультиплееру. Значит, заходим вот по этой ссылке. Ссылку я оставлю в описании к видео. И качаем. В моем случае это Windows, а Xas 3D FVGS Win32. Качаем этот архив, я его уже скачал. И в папку я вот создал, и вот туда надо распаковать. Значит, вот я открыл этот архив, и вот все вот эти файлы. Открываем папку, берем файлы и бросаем его сюда. Дальше нам нужна папка Valve из оригинальной Half-Life. Где ее достать? Можно достать легко. Эту папку, уже модифицированную тоже, я оставил на своем Google диске. Ссылку на файл, папку я оставлю в описании. Эту папку вы должны скинуть, вот эту папку Xas 3D, где все остальные файлы. И у вас должно получиться что-то вот такое. То есть вот не файлы, которые мы типа скинули. И вот папка Valve. Давайте я продемонстрирую, запущу саму игру Xas 3D. Запускаем, вот он, Xas 3D XZ. Вот, нас встречает меню. Тут новая игра, обучение, загрузить игру, настройки, мультиплеер, моды и превью. Ну, там вроде другие игры посмотреть. Значит, мультиплеер на самое важное. Тут у нас настройки этих, раскладки клавиатуры, как у нас будет выглядеть персонаж, и это его никнейм, значит, игра по LAN, то есть локальной сети, и интернет, самое важное. Заходим сюда. Вот. И вот, как видите, наши сервера. Где-то вот кто-то вот играет, кто-то не играет. Тут DM в основном. Бывает и кооп. Вот. Надеюсь, я достаточно информативно все это рассказал. Все ссылки на файлы вот эти, я оставлю в описании к видео. До скорой встречи. С вами был Денчик. Это был туториал, как установить на компьютер Xas 3D, чтобы вы могли играть на компьютере с друзьями или, например, кто-то играет на телефоне, а вы на компьютере. Дисбаланс, конечно. Ну, в общем, всем пока.